У них свой взгляд на окружающий мир. У них есть собственное мнение. Главное – уметь его услышать. Мы услышали и записали. Конфеты, чипсы, печенье, гамбургеры. Вредная еда – это очень вкусно. Вредная еда, но это вот, например, жир. Это, например, ну, роллтон, чипсы. Ну, сосиска, она не очень полезная. Картошка фри – это тоже вредная еда. Она не полезная, там, потому что там такое много масла очень. Вредная еда – это там фрукты. Ну, точно же не картошка фри, не гамбургер. Это вредная еда. Гамбургер и картошка фри. Поэтому чипсы для меня очень вкусные. Еще напиток миринда. Хот-дог, гамбургер. Но это очень вкусно, поэтому не полезно. Нет, не полезно. Ну, надо же желудку как-то, ну, разнообразить. Это только надо мороженое разное есть, тогда будет разнообразие. Это еда, но только с плохими веществами. Вредная еда бывает всякими плохими добавками. Вот эта еда, которую мы покупаем в магазинах, она с всякими неполезными добавками. Лучше уж есть много фруктов, заниматься спортом, там, тогда человек, когда смотрит за своим здоровьем, он постоянно здоров и очень редко болеет и дольше живет. Чипсы, там, кока-кола, ну, всякое вредное такое там. Еда там такая плохая, которая тяжело переваривается, там всякие химикаты. Если еда так долго ждет, людей, чтобы скусали, пойдут микробы, а если пойдет зудюк, он удалит их. Всякие овощи, всякие плохие. У них свой взгляд на окружающий мир, у них есть собственное мнение. Главное – уметь его услышать. Мы услышали и записали.